Да, еще одно видео про гранатомет, но я должен был о нем вам рассказать, потому что упустить его было бы крайне обидно, а ведь довольно легко его недооценить и распылить в запаре фарма чего-то другого. Речь про гранатомет во второй слот – суровые слова. Это пустотный греник на волновой раме. Не знаю, как вы относитесь к подобным греникам, а я именно с волновым пустотным греником, оглушающий шепот с сезона охоты, не расстаюсь уже который месяц, и сюжетку Lightfall всю с ним прошел в том числе. Но так о чем это я? Гранатомет «Суровые слова» такой же волновой, и получить его можно только рандомным дропом из энграмм и в активностях, за ранги торговцев и все такое. К сожалению, нет способа какого-то целенаправленного фарма, а еще нет возможности скрафтить его, так что все как в старые добрые, на удачку. У меня вот его самого нет. Но судя по коллекции, он мне падал, и я его распылил, так что не будьте как я. Почему столько шума вокруг именно этого греника? В перках этого гранатомета вам может выпасть отталкивающая связь, перк, благодаря которому «Суровые слова» может стать одним из лучших оружий для эндгейм активностей в этом сезоне. Если вы убьете противника, пораженного любым дебафом пустоты, ослабление, подавление или нестабильность, вы получите пустотный щит на 45 единиц здоровья, который дает вам 50% сопротивления урону. Это работает с любым подклассом, благодаря сезонному моду «Нестабильный поток», с которым так классно в синергии работает этот гранатомет. Он зарядит ваше пустотное оружие нестабильными патронами на 13 секунд после сбора сферы силы, которые вы можете легко генерировать с помощью мода «Накопитель пустоты». Короче говоря, вы можете постоянно накладывать дебаф и убивать врагов для того, чтобы получать щит от отталкивающей связи, и тем самым значительно повышать свою выживаемость. У пустотных титанов со спектром «Управляемый взрыв» особое преимущество в этом. Они смогут, используя эти связки, еще и исцелять не только себя, но и рядом находящихся напарников примерно на 40%. Сейчас у вас на экране вы видите рекомендуемые перки, так что заскриньте и внимательно сравнивайте с теми грениками, что будут вам падать. Не прокараульте уж свой гадрол. Так что заряжаю вас на удачный дроп, пошел сам фармить ранги оружейника. Все, пока.